На Петровском проезде в Расторговской части города есть большой двор, на котором собирается местная детвора. Подружки Маша и Лена всегда гуляют здесь. Я люблю играть в снежки, лепить. Обожаю снежную бабу, снежного кролика. Еще обожаю кататься с горки. Я люблю кататься с горки и лепить снежки и снеговика. Ребятишки, конечно же, любят кататься с горки, но та, которая у них во дворе, уже совсем устарела. Деревянные ступеньки и площадки на ней прогнили, пластмассовое покрытие истерлось. Перила так установлены, что малыши просто выпадают. У нас очень много детей. В нашем доме, конкретно в 12-м доме, более 25 детей. И вы представляете, со всех домов приходят сюда разного возраста. Те, которые постарше, они начинают на этой горке бегать, прыгать и скакать. Малыши, они стоят в сторонке. Мы просим, во-первых, организовать отдельно площадку для малышей от года до 3-4 лет. Специализированные, с безопасным покрытием, с горками, соответственно, для этого возраста. Данную горку убрать, поскольку она не соответствует требованиям безопасности. Но есть и хорошая новость. Спортивная площадка приведена в порядок, заменено покрытие и другие части места игр детворы. Установлены новые качели разных форм. Правда, все это еще требует доработки. Установка детских качелей была произведена на траву, отсутствует безопасное покрытие, то есть дети будут пачкать ноги, слякоть, зимой как туда пробираться, не знают. А еще одно опасное место для детей, да не только для них, увидели и мы. На дорожке к площадке для сушки белья образовалась яма. Думается, жители могли бы проявить инициативу и засыпать ее. А проблемы родителей, хочется верить, будут услышаны. Людмила Медведева, Павел Игнатьев, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.